Алло? Ты фиг. Я зашла, у двери стоят люди. Люди дяди. Зачем они здесь? Зачем? Ладно. Не кричи. Только посмей пикнуть. Если пикнешь, умрешь. Не надо. Я больше не хочу, я не хочу. Прошу тебя, не надо. Прошу тебя, не надо. Я сделаю все, что скажешь. Не надо. Конечно. Конечно, сделаешь. Иначе вместо наркотика получишь наказание. Ты же слышишь меня? Прекрасно. Узнай, где прячется Рамиз. Ты поняла? Узнай адрес Рамиза. Прекрасно. Шабнем, ты видела Баде? Нет, не видела. Тефик, сейчас они ворвутся. Что? Я говорю, сейчас они ворвутся. А ты откуда знаешь? Знаю, поэтому и говорю. Они сейчас будут здесь. Эй! Шабнем, зайди! Не зайду! Господа! Шабнем, зайди, говорю! Жить надоело! Зайди, я тебе сказал! Я тебя не оставлю! Они убьют нас обоих! Ничего не будет! Я бы дал тебе пистолет, но ты попадешь в меня! Давай поженимся завтра! Что? Если останемся в живых, давай поженимся завтра! Али, получилось? Да. Как мои? Мой человек там, не переживай. Он на улице, а я везу дядю. Хорошо, пусть будет там, пока я не приду. А бар? Дядя отправил туда свои войска. Тунжель, останься, остальные пусть ждут на улице. Тебе надо уйти, Шабнем. Скоро приедут наши. В этот раз я не буду скрывать. Нет, я никуда не пойду. Я больше никуда не пойду. Как знаешь. Эзель! Мы все удачно провернули, не так ли? Никто не будет влюблен в чудовище до конца жизни. Алло, Эзель?